купила себе стабилизатор со всеми причиндалами, с микрофоном, с лампочкой, Эккен S5B или, ну, в общем, S5B. Решил попробовать. Перед тем, как настроить стабилизатор, вернее, его надо без подключения вначале настроить в двух осях, вертикальной и горизонтальной, установить телефон, сбалансировать. Смартфон у меня Redmi Note Pro. Решил я попробовать скачать приложение, которое рекомендовал производитель, Gimbal Pro. Сейчас я, кстати, делаю на телефоне, включая кнопки. Ну вот, записываем. А позже буду скачивать приложение. Раз, два, три. Микрофон работает хорошо. В общем, скачал я приложение Gimbal Pro. Оно, к сожалению, не подходит. Не подходит никакими образами. Не смог его установить. Все время вышибало Bluetooth. То есть практически ноль. Думаю, что же делать. Но решил поискать еще другие приложения. Вот соединяется Gimbal Pro. Начинается загрузка. Но эту загрузку можно ждать очень долгое время. И все равно не загрузит. На более старых версиях телефонов он работает нормально, Gimbal Pro, это приложение. Допустим, там Nokia телефоны 4-летней давности или 5-летней. Все нормально работает. Ну, попробуем использовать другие приложения. Поискать что-нибудь. Capture Move 2. Интересное приложение. Попробовал сделать. И Smart Stabilizer. Тоже нормально. В общем-то, 90% работает. Сейчас съемки со стабилизатором, не используя каких-либо приложений. Сраный телефон тут, Redmi Pro. Ставишь его на 60 кадров в секунду при разрешении 1920x1080. В принципе, в таком разрешении только можно снимать, потому что использовать там 4К, 4КК или там 2,7КК. Какая разница? После этого все равно я буду обрабатывать видео Vegas Pro, а еще больше, когда я его буду ставить на YouTube, так он еще ужмет. И поэтому, что 4КК, что ККК4, что 10x80, все одинаково получится. Ну вот, со стабилизатором, конечно, лучше, ничего тут не говорить. Даже не при включенных приложениях. Но стабилизатор, в общем-то, делает большую работу. Так что уже на этом хорошо. Хотя на телефоне вот ставил 60 кадров в секунду, а он как-то глючит, я не знаю, 48 записывает, а другой раз и 50, непонятно вообще. Все ссылки на программы, различные приложения, все будут внизу под этим видео, ну и также на эти все причиндалы. Вот со стабилизатором увеличение, уменьшение, увеличивает почти все сравнения. Ну, с этой Gimbal Pro там только стабилизатор работает вправо, влево, вверх, вниз. Увеличивать ничего невозможно, уменьшать. Это с телефоном просто. Также и съемка. Только если пальцем втыкаешь в телефон, тогда происходит снимок либо видеозапись. Вот он опять снимает 50 кадров в секунду. Странный телефон, конечно, но
что делать? Что мы имеем, то мы имеем. Пришлось его купить, так как лучше нужно было. Попробовал использовать приложение Capture Mobile Tool. Фотография 38 на 40, очень хорошего, большого размера получается. Фотографии лучше сделать через эту программу. Но видео только 30 кадров в секунду. Также управляется, стабилизатор управляется полностью этим приложением, кроме увеличения и уменьшения кадров. А все щелкает, снимает видео, фотографии, все работает нормально. На 90% работает. Ну, сейчас попробуем поставить другое приложение. Вот Smart Stabilizer, неплохое, фотографии более-менее, но что меня удивило, видео идет 120 кадров в секунду, которое даже не заложено у меня в телефоне. Вот. Но все равно я в конце концов Vegas Pro обрабатываю и там ставлю 60 кадров в секунду, как бы так решил, что самый оптимальный режим это 1920 на 1080 и 60 кадров в секунду. В общем, можно другим приложением пользоваться, где-то на 90% они работают. Я говорю, не работает только увеличение и уменьшение, но это не так страшно. Потому что в этих программах есть еще интересные другие прибамбасы, которые я даже еще не разобрался. А Gimbal Pro, я не знаю, или там во время пандемии все померли, они что-то ничего не обновляли. Для старых версий нормально, а для новых ничего не работает. Ну, надеемся, что когда-нибудь в будущем что-нибудь они поправят, и мы вернемся к этой программе, к приложению Gimbal Pro. И она будет работать вместе с телефоном Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Ну и также со стабилизатором этим. Да, видео, конечно, снимать лучше с приложением стабилизатора, снимал стабилизатор. А фотографии делать предыдущим приложением. Ну, чем хорош этот стабилизатор? Тем, что там можно еще и поставить экшн-камеру по типу GoPro, но они все одинаково, в принципе, размера. И тоже нужно вначале уравновесить двух вертикальный и горизонтальный. Но, к сожалению, здесь либо со смартфона включаешь экшн-камеру, либо опять же пальцем. Вот микрофон, правда, очень хороший. Микрофон прелесть. Вообще считаю, что хорошая вещь этот стабилизатор. В любом случае он лучше, чем снимать без стабилизатора, без ничего. Вот такая, если случайно кто-то видит меня, смотрит, может, у вас есть какие-то идеи? Может, поделитесь, напишите что-нибудь. А нет, так нет. Что делать? Останемся одиноки в пустыне интернета.